Всем привет, меня зовут Ада. Уже больше 2 недель я участвую в марафоне 3.0 и в квесте по английской грамматике я уже вот как 2 дня. Хочу сказать, что попала я сюда совершенно случайно, увидев ролик Дианы в Инстаграме, и вдруг совершенно спонтанно решила, что это мне очень надо, и это очень надо прямо именно сейчас. И, честно говоря, я ни секунды об этом не пожалела, потому что то, что Диана делает, это действительно огонь. Огонь — это ее любимое слово. И, в принципе, результаты я уже начала чувствовать сейчас. Я более спокойно понимаю английскую речь. Когда я говорю сама, я уже не думаю о том, что я могу, ну, пользоваться каким-то своим, как мне кажется, очень ограниченным лексиконом. Он оказался немножко больше, чем я от него ожидала. И вообще я, оказаться, могу говорить то, что я хочу, а не то ограниченное, что, как мне казалось, я могу. Более того, действительно начинается как-то меняться сознание, начинаешь иначе относиться к себе, к людям, к обстоятельствам, к себе в этих обстоятельствах. И сознание, оно действительно меняется, и мне нравится, как оно меняется. Систему, которую создала Диана, также мне очень близка, потому что она не строится на том, что ты постоянно себя чувствуешь, что ты лентяй, что ты тупой, что у тебя не хватает времени, усидчивости, чтобы выучить 1 000 000 слов там за день, что у тебя нет памяти, чтобы выбить 1 000 000 слов, помнить больше, чем 2 часа. Ну, я утрирую, но, в принципе, часто обучение языкам сводится к этому. Здесь ты спокоен, уверен, ты чувствуешь, что ты молодец. И при этом, выполняя все, доверившись Диане, главное доверять той системе, в которую ты пришел, делать успехи. Идти к тем целям, которые ты перед собой поставил. Мне кажется, действительно, это подходит всем уровням, и начинающим, и вот таким, как я, которые с раннего детства учили язык разными способами, в жизни им пользуются, но проблемы, они остаются, и я сейчас чувствую, что мои проблемы уже остаются в прошлом. В общем, спасибо большое, Диана, за то, что вы делаете. Это действительно огонь. Ну, и я надеюсь, что жизнь меняется к лучшему не только у меня. Спасибо.